В советские годы возле этого памятника ежегодно в День Победы собирался весь поселок. Валерий Агеев помнит тот день, когда его установили. Это было большое событие для Забайкальска. Здесь проводились праздничные митинги, к монументу возлагали цветы. Парад проходил вот именно по этой улице. Парад военных, в том числе пограничники, проходили коробками здесь. И шествие было трудовых коллективов. В этом году монументу уже 52 года. За все это время его ни разу не ремонтировали. В этом году к восстановлению памятника своими силами приступили работники местного дома культуры. Работа началась с того, что сначала Виктор Георгиевич, наш разнорабочий, ошкурил старую краску, убрал верхний слой. И затем уже нам нужно будет обработать кислотой памятник. Конечно же, восстановить нужно. Вы видите, на памятнике кисть разрушена, кисть руки. Этот памятник является собирательным образом тех защитников Отечества для каждого из нас, для каждого жителя поселка Забайкальск. Поэтому я считаю, что реставрация такого объекта имеет очень большое значение. Обязательно нужно его восстановить. Реставрацию памятника планируют завершить в ближайшее время. 7 мая здесь пройдет торжественный митинг, посвященный солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны.